Шеф-повар Максим Григорьев. Творожная запеканка с мукой в духовке. Опытная хозяйка хранит в своей записной книге огромное количество рецептов творожных запеканок на любой вкус. Ведь готовить творожную запеканку легко, просто и быстро, а в результате вы получите блюдо, которым легко можно накормить даже самого прихотливого ребенка. Время приготовления – 1 час. Ингредиенты. Масло сливочное 1 столовая ложка. Мука пшеничная 2 столовые ложки. Сахар 2 столовые ложки. Сметана 2 столовые ложки. Соль 0,3 чайной ложки. Творог 250 грамм. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Для работы нам понадобится творог, яйцо, сахар, соль, пшеничная мука, сливочное масло, сметана. Шаг 2. Творог, 250 грамм, протереть через сито. Шаг 3. Соединить подготовленный творог, сметану, 2 столовые ложки, сахар, 2 столовые ложки, соль, 0,3 чайной ложки, пшеничную муку, 1 столовая ложка. Тщательно перемешать. Шаг 4. Форму смазать сливочным маслом, 1 столовая ложка, и присыпать мукой, 1 столовая ложка. Шаг 5. Выложить творожную массу в подготовленную форму. Шаг 6. Готовить в предварительно разогретой до 180 из духовки 40 минут. Творожная запеканка с мукой в духовке готова. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.